Всем привет, и мы опять на нашей кухне. Но знаете, что сегодня решили приготовить? Корейское блюдо называется кадича. Ну, на основе баклажан. Состав такой вот, баклажаны уже нарезаны. Сейчас самый сезон дешевый. Сегодня я купил баклажаны по 69 рублей. Лучок, несколько головок. Свинина нарезана. Ну, так как я шеф-повар, я сам ничего не режу. У меня есть помощники. Ушла она сейчас. Так, короче, пропорция такая. 2 килограмм баклажан. 4-5 головок. Значит, у нас лука. На 2 килограмма баклажан 1,5 килограмма свинины. Можно взять говядину, но мы готовим из свинины. Грамм 300-400 масла. Жарим лук. Сейчас все покажем. Еще будут ингредиенты. Сладкий перец болгарский. Не тот дорогой. Этот красный, желтый, самый обычный болгарский перец, дешевый, и несколько помидоров. И все. Так, я уже слышу, что наше масло шкварчит. Сейчас мы проверим. Еще не готово. Кстати, что забыл сказать. Баклажаны режем вот так соломкой и замачиваем в соленой воде. Сейчас объясню, для чего. А у нас новые гости. Вот такой узбечонок с лепешечкой, тарелка Самарканд и тарелка Хорезм. Масло готово. Сначала обжариваем лук. Так. И постепенно помешиваем. Лук доводим до золотистого цвета. Лучок наш готов. Ну что, пошло мясо? Оп. Хорошо. Еще раз по пропорции. На 2 килограмма баклажан мы кладем 1,5 килограмма мяса, 1,5 килограмма перца и немножко лука. Сейчас мы мясо немного обжариваем. Потом пойдут баклажаны. И штуки 4-5, ну, помидоров таких средних в самом конце. Кадича можно есть как самостоятельное блюдо. Просто это как закуска. С рисом сваренным, можно в перемешку. Можно холодным есть, можно подогреть. Сейчас, что вот эту пропорцию, которую мы сейчас готовим, нам хватит дня на 3. Вот мясо быстро обжаривается. Еще немножко. И пойдут баклажаны. Мясо готово. Буквально 3-4 минутки обжарили. Теперь пошли баклажаны. А на самом деле, говорю, почему мы их замачиваем. Чтобы они не горчили. Сейчас вся эта масса перейдет сюда. Все баклажаны на месте. Теперь все это обжариваем тщательно. Баклажаны ужарятся. Будет, конечно, масса поменьше. Вот таким образом. Тщательно. Пока я тут нашему узбеку улыбался, наш турагент, блин, насыпала без меня. Навалила сюда болгарского перца. Ну ладно. В общем-то, молодец. Похвалил себя. Я умею готовить это блюдо. Я знаю, что ты умеешь. Ты просто его называешь рагу со свининой. Или с мясом. В общем, мы положили перец. Сейчас еще поджарится перец. Вот. Красотища. Все жарится у нас. Так, у нас творческий беспорядок. И у нас сегодня еще будет на ужин дорадо мы будем жарить и коптить скумбрию. Мы не обжоры, это просто мы на год готовим. Просто чтобы год не готовить потом. Кадича почти готова. Вот так она выглядит. У нас остались помидоры.
и чеснок. Чеснок мы будем выдавливать. Сейчас помидоры немножко потушатся. Так. Помешаем все. И в конце мы будем солить по вкусу. И выдавим чесночка. Все. Пусть еще поджарится. Что у нас с огоньком? С огоньком все плохо. Так. Своим прекрасным красным маникюром. Да. Подручный. Вот оно наше овощное рагу по-корейски. Камера запотела. Видишь? Распотела. Чеснока сколько, головку взяла? Да, я целую добавляю на это количество. Мне нравится побольше чеснока. Да? Ну, так, целая головка и сейчас соль по вкусу. Четыре, в три руки у нас. Работа кипит. А, все перемешиваем и солим. Ну все, соль, это последний штрих в нашем великолепном блюде. Соль по вкусу еще раз. Потому что на цвет и вкус товарища нет, как говорится. На вкус и цвет. Так, тщательно мешаем. Все, пробуем соль. Если надо будет, еще добавим. Если нет, то отлично. Сейчас еще постоит немножко. И будем выкладывать все. Ну все, вот он. Кульминационный момент. Так, сейчас, секундочку, будем пробовать. А, соль. Супер попали. Все, больше не солим. Супер, готовьте. Попробуйте приготовить. Ой, давай все выкладываем нашу заготовочку. Что ты молчишь? Что сказать? Не будешь рассказывать, как это вкусно, как блогеры на YouTube-канале? Это просто. Да это надо приготовить, вкусно. Чтобы понять, да, как это вкусно. Ой, да что, ты серьезно? Итак, не ставьте лайки, комментарии пишите. Колокольчик над моей головой нажимайте. Надо же. Хватит, давай другую. Вообще. К зиме готовы. На самом деле, через 2 дня уже ничего не будет. А вот и второй ингредиент, это кашеварка. У нас рис уже готов. То есть накладываете рис в чашку, сверху немножко кадичи, так помешали и кушаете. Вот так вот получается. Очень вкусно, попробуйте приготовить.
пахнет прям копченой рыбой. Ну что можно сказать, приятного аппетита, готовьте. Кто-то из подписчиков просил снять, как мы пробуем. Сейчас попробуем. Здесь рыбы нету. Ой, блин. Голова. Спасибо, это я выбрала вот. Голова дорады. Да. Спасибо. Ну, наши друзья тут как здесь, как обычно. Спасибо. Ну давай, Оля, попробуй. Я уже попробовала, очень вкусно. Вот. Мне Леша еще дал голову, какие-то запасные части, бонусы. Части. Вот. А Леха у нас с рисом любит. Блин, тарелка пустая. Мы ту рыбу еще не съели. Ну она охладится и будет еще вкуснее. Подождем до завтра. Короче, на этом видео заканчивается. Готовьте, чтобы вам было вкусно. Приятного аппетита.